Борьба с контрафактной, ненадлежащего качества продукции стала ключевой темой координационного совещания по обеспечению правопорядка с участием губернатора области Евгения Савченко. С докладом о результатах работы по предотвращению ввоза на территорию региона сомнительных товаров выступила руководитель Россельхознадзора по Белгородской области Татьяна Аушева. Только в прошлом году на приграничных пунктах пропуска было задержано более 400 тонн продукции ненадлежащего качества и не имеющей должной сопроводительной документации, и еще 147 тонн санкционного товара. На постах ДПС осмотрено 198 грузов, и почти каждое четвертое транспортное средство возвращено обратно. В первом квартале этого года специалистами уже задержано 30 нелегальных грузов, заведено 19 административных дел. Специалистами управления с правоохранительными органами задержано более 67 тонн подконтрольной продукции, 20 тонн из которых утилизировано. Сегодня утилизируется 20 тонн задержанной продукции в Короче, и в конце этой недели будет утилизировано после установления отсутствия или подтверждения диагноза сибирская язва, утилизирована продукция в Алексеевке.